Настоящий животный мир на первом этаже в торговом центре М5 Молл. В Рязань вновь приехал уникальный контактный зоопарк. Невероятно общительные еноты, шиншиллы, обезьяна, гигантская черепаха, хамелеон, бабочки и говорящий попугай. Это Рита, девочка, попугай, погорода называется. Интересно тем, что самцы у них зеленого цвета, а эта самка, она, видите, красного и синего цвета. Кстати, у нас она разговаривает. Знают слов 30-40. Невероятно милые кролики, морские свинки и дего. Все животные дружелюбны. Их можно погладить и покормить. Да, бурундуклипы – это семейство беличьих. Достаточно миленький зверек, но, кстати, они дружно, они живут. Такие зверьки могут съесть своего собрата. На зиму запасы до 10 килограмм они могут запасать. Давайте сделаем мостик. Вот так вот чуть руку обратно положите. И сейчас она побежит к себе домой. Сотрудники контактного зоопарка проводят увлекательные экскурсии для детей и взрослых. Здесь также можно познакомиться, например, с сурикатом Себастьяном и даже увидеть, как его кормят. А вот это африканская лягушка-водонос, которую еще называют бык. Пузико у нее очень большое, воду копит, можно пить воду потом из нее. Выпугаешь, и вода льется, и можно пить. Но она кусается, острые зубы, мощные челюсти и питается у нас мышками. Покормить сама, увидеть сову с плюшку, тигрового питона, альбиноса и скорпиона можно здесь же. Скорпионы эти, в принципе, они не ядовитые, яд здесь очень слабый, слабже, чем у наших пчел или ос, то есть, если она ужалит, ничего страшного не произойдет. А боятся всех скорпионов чисто из-за того, что есть опасные виды. Настя Кирпещикова пришла в контактный зоопарк с папой Дмитрием. Девочка призналась, что очень любит животных, дома у нее живут коты, а здесь она покормила большую черепаху по имени Малыш. А что тебе понравилось, расскажи, пожалуйста. Кролики. Еноты. А шиншилла понравилось? Да. Хотели посмотреть енотов. Зашли, понравилось. Здесь очень интересно. Очень. Контактный зоопарк работает в торговом центре М5 Молл ежедневно с 11 до 19 часов. Вход номер 3. Заказ групповых экскурсий по телефону 8 905 058 33 86. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».